Буду убираться. Захар поехал к логопеду. Вчера заставила мужа повесить жалюзи, он не хотел. Вот, ничего не видно. И правда, одну деталь мы то ли потеряли, то ли не было одной детали. А я ему говорю, а какая разница, ты с работы приходишь тоже так же поздно. Очень поздно, темно, уже ничего не видно, то же самое. Ничего не изменится. Это я вчера купила жалюзи в ванну. И он, ну, мы так решили, что их можно будет вытирать. Ну, ванна же, там мокрое место. А это в порядке я взяла. А это с Леруа Мерлен. Потом муж, когда вот эти повесил, он говорит, блин, надо было всю вот эту тоже брать в ванну также. День-ночь у нас первый раз. Я с такими жалюзями, ну, шторами, рольф-ставнями, как их правильно, никогда не сталкивалась, отсвечивает вам. Я протерла окошки. Видите, висит, если на распашку окно, на форточку открыто, то вот так висит. Ну, мне нормально, ничего страшного, потому что, по сути, здесь вообще ничего не должно стоять. Вот. А якобы в порядке, он говорит, была какая-то леска здесь. Должна была ее фиксировать. В общем, я не знаю, даже немножко в это не верю. Просто тогда это надо на заказ вызывать мастера. Тогда они делать бортиками вот здесь специально. Они это гораздо будет дороже. Прям большую сумму будет дороже за установку. Поэтому, вы знаете, за неимением ничего на первое время пойдет. Мне она очень даже устраивает. Вот. Мне нравится. Супер. Так вот закрыто. Мы белый взяли. А вот так вот открыто. Прекрасно все. Супер. Супервайзер. Паратрупер. Но с тобою было супер. Как хорошо. Она будет защищать. Зимой у нас жара. Я, кстати, закрываю, потому что уже холодно. Очень-очень-очень холодно. Это с утюга. Я забыла постоянно, хотела свекрови сказать, у нее кошка живет, и, может быть, для игр она возьмет себе. Забываю постоянно. По сути, надо и окна менять. Нашивки. Надо и окна менять. Сейчас буду развешивать. Белье. Так что вот такая у нас покупочка наконец-то. Я знаю, кто сам тоже вот постепенно все сам, как это все вот не так легко это что-то купить, накопить. Вот эти сразу преобразилось. Никаких. Почему-то это длиннее, это короче. Вот снизу. Ну-ка. Ну-ка, ага, вот так. И просто даже играться хочется, подходить с ней. Это вот эти вот надо прикреплять. Ну, мне, например, пластик жалко. Прикрепить, и тогда он это. Что я хотела сказать, что на самом деле это окно тоже надо менять. Оно давно уже все это было. Приобретено, уже цемент, там все поусохло, потому вот эти завелись мошки с улицы, я заклеила, видите, они там поздыхали. Ой, блин. Сразу такое вот это, уют приобретается. Вот аквариум, ну, скорее всего, с аквариумом придется, наверное, прощаться. Просто я уже не знаю, куда его поставить, пихнуть. Потому что, видите, у нас получается Захаркина. Здесь я вешаю Захаркина шведская стенка, а я здесь вешаю сушиться вещи. Это еще без стойки никак. Это все убирать надо. Просто так удобно. Ты же на второй этаж не ходишь. Совершенно мы туда не ходим постоянно. Просто удобно. А это все так стоит. Это нужно все поднять вверх просто. Вот, поэтому так наложено.
Да, поэтому. Ну, вот так вот. Я очень рада, а здесь ничего нет. Да, оно здесь и не должно быть. Честно, оно здесь не должно быть. Ну, просто ночью, когда ты ходишь, неприятно. Честное слово, неприятно, кажется, что кто-то заглядывает. Только из-за этого. А так днем оно абсолютно не нужно. Я очень рада, что здесь есть окно. Всегда мечтала в ванной иметь окно. Свет попадает, и не нужно включать свет, и вообще проветривать можно. Ну, кстати, из-за этого продувает. А меня мышцы продувают, шеи, плечи. Я как раз топырю окна. Вот такая вот фигня. Придает уют, конечно, очень. Прям так. Надо понимать, что белое будет просвечивать, и тогда, если ты кто-то звонит, и ты не открываешь дверь, то люди будут видеть, что у тебя горит свет и так далее. Тогда надо было брать темные, коричневые, прям темно-коричневые. Ну, или серые, черные, ну, как темно-серый, красный. Но оно будет очень сильно выделяться. А так оно прям классно, с окном светленькое. Но будет видно, вы уже не скроетесь ни от кого. Ну, кто любит, кто не любит, есть же люди, не любят открывать там. Вот, это тоже надо учесть. Так что вот так вот. Ну, Москва не сразу строилась потихонечку. Носок упал, весь вещи развешивала. И все-таки муж делает с утра день, ну, когда маленькие полосочки. Для меня это темно, я открываю полноценно, иначе света вообще нет. Я сегодня суббота, 4 мая. Я раскладываю конфеты, не знаю, как правильно разложить их. А, вот. Варю яйца. Сейчас уже буду выключать. Поставила картошку. Мы решили люля-кебаб, ой, или купаты. Купаты, по-моему, решили, короче, обжарить купаты, потому что завтра они на кладбище едут с мамой. Смотрите, какой у нас ветер сумасшедший. Как холодно, даже не представляете, пришлось отопление включить. Короче, картошку, яйца варятся. Что-то горло начало так болеть, у Назара сопли не проходят. Захар вчера шишку набил, ударился об стену головой. Бежал, бежал и на диван запрыгнул. И прям там пипец. Там такая шишака. Жесть. Не знала, что так можно вообще сделать. Я, знаете, как говорю, вот эти яйца, которые уже коричневые, можно вообще не красить. Они же уже разноцветные. Не знаю, зачем красить. Вот. Ну, я же говорю, плохо развела, получается. Такие наклейки идут всего, представляете, всего 4 штуки. Вот я 2 наклеила. Я считаю, это тоже мало. Вот такой набор я покупала, что я вам показывала. Что-то 4 штуки. Значит, надо очень-очень мало наливать. Зеленый вообще не зеленый. Я спокойно к этому отношусь, не на выставку. Желтый, сколько помню, всегда плохо окрашивал. Желтый у меня вот зеленым прикоснулся, видите? Нормально, тусклый, ну и что? Видно, что покрашен, ну ничего. Картошка готова, я про нее забыла, она у меня подгорела. Но она мягкая, ничего. Яйца готовы. Сверху разбитая положила, может кто-то съест. Ну, такие получились, нормально. Картошка готова, яйца готовы. Остальное все дело такое покупное. Вино будем пробовать новое. Портвейн красный Алушта в этот раз. Вот такое. Я хочу сказать, что портвейн мы никогда не пробовали. Вот. Сейчас маме напишу, что она будет пить. Спрошу. Так,
с Захаром сбегали в Детский мир, потом Перекресток. Завтра Пасха. Назад, что вторую половину дня теплый стал, капризничать, плачет. У меня тоже горло болело, но, короче, это настроения нет, и там продукты хотела снять, не стала снимать. Захар, у тебя горло болит? Так, пузыри дома пускать нельзя. Захар выпросил пузыри. Так, маршмеллоу на палочке. Так, а что надо было? Мне надо было купить Захару шапочки. Если честно, то мне что в Детском мире всегда не нравилось, что там нет тоненьких шапочек. Тут вот просто повезло. Вот такую серую взяла шапки. То на стирке, то упала, то пропала. Это гораздо больше. Это поменьше размер, это побольше. Вот. Вот такая. Две шапки. Назару машинку взяла вот такую. Кто это у нас по лесе? Пузатая, мне кажется, будет неудобно. Водички взяла вот такие. С тренинг, нет, ничего не хочу. Носки на Захару взяла. Вот такие три пары. Светлые, синие, темные. Дальше. Футболки надо, хочешь не хочешь брать, надо. Захару взяла две футболочки. Вот такая с джойстиком. Game over. Захар говорит, что это означает проиграл. Game over проиграл или конец? Проиграл, да, по-моему? Да. А вторая... Вторая вот такая. Да, я только сейчас увидела. Офигеть. Серый цвет не очень, я бы сказала. Ну ничего, да? Зато не марки. Ну, на Захару это купила. Назару тоже не смогла пройти мимо. Во-первых, Назарке машинки. Машинки Назарки. Уже думаю, все, не буду деньги тратить, не буду. Эти футболки это на выход как бы. Думаю, ладно, возьму. Безумно любит. Возьму, пусть будет. Ну вот. Вторая не смогла пройти мимо. Ее я точно собиралась брать, потому что я обожаю однотонные, вот с какой-нибудь такой эмблемой, с дырочками. Но здесь дырочек нету, здесь просто шов идет. Обычно, знаете, бывают такие дырочки, чтобы воздух продувал, летом жарко. А вот такие эти. Он мальчик у нас светлый, глазки у него светлые. Поэтому такое светлое. Что у меня телефон выключается? С кем я болтаю, вообще не пойму. Я даже не знаю, на чем я остановилась, что я говорила. Такая пузатая машина. Я еще в интернете на нее смотрела. Кстати, я не пойму, я вообще показала и футболки-то Назарчика. Еще раз покажу, а то потом это... Вообще, какая-то... Назарка заболевает. Настроения нет, не хочу. Вообще невозможно его никуда, получается, водить в люди и в общественные места. Не знаю, что с ним. Но у меня, например, горло болело сегодня днем. Вот. У мужа тоже как бы. Ну, он такой бывает, знаете, в течение жизни каждый день. Там от ожоги, может быть. От чего хотите, от рефлюкса. Утром встаешь, бывает, как бы. Ой, опять меня забанят из-за того, что играет музыка детская. Вчера, блин, Захар
перенервничала, ударился головой. Захар, идем покажешь свою шишку на солнце, на свет. Поднимай. У тебя уже сходит. Мы ее. Короче. Ну, короче, это она большая-большая была. Температуру невозможно померить Назару. Просто. Он себя так ведет, как будто у него зубы режутся. Настроения нет, все. Слез нет.